Становится вторым Александр Самарин. Патрик. Патрик. Просто Патрик. Ой, а какая песня сейчас будет играть? Я Dust in the Wind. А какое скольжение сейчас будет? Каждый о своем. Да. Никто так не катается, как он. Да, вслед за бронзовым призером Олимпиады выступает призер серебряный. Той же Олимпиады в том же виде. И в личном тоже. Поборолся за каскад 4-3. Потрясающий Патрик. На прыжки можно не смотреть. Хотя то, что сделал, сделал хорошо. Я бы 100 баллов поставил за выбор песни. И еще, думаю, 70 накинул бы сверху за, собственно, сам прокат. А вот сумма произвольная, да? Ну да. Очень любят Патрика дома. Трибуны встали. Патрика везде любят, на самом деле. Да, история известная, тоже увлекся. Сперва хоккеем. Мария Зуева, Марина Зуева. В прошлом сезоне переехал в Кантон. Несмотря на то, что Марина тренирует танцы, взяла и одиночников. Такого одиночника как не взять? Владеет и четверным тулупом, и четверным сальховым, но сейчас в сальхове вот не уверен. Проблема пока с прыжками.
we'll see. And the combo, we'll see. Yeah. After I did the axel, I was happy. I was like, it's okay. И вот так вот на треть заполненный зал, на треть заполненная ледовая арена встречает канадского чемпиона. Чемпиона Канады. Пока не этого этапа. 94,43. А у нас планка все выше и выше. Как иначе. Ближе к концу мужского одиночного проката. Короткая программа. Please welcome the next